Есть, конечно, популярные блогеры уже, у них там уже там, по несколько десятков тысяч, так сказать, подписчиков. Но я как-то интересовался, в Челябинске я не находил таких людей и решил попробовать взять инициативу на себя. Идея о создании блога пришла давно, но реализовать ее удалось лишь в конце этого лета. В связи с нехваткой свободного времени писать получается только на выходных. Однако планы серьезные – выучиться на аллерголога и расширить тематику постов. С учебой работы не получается, мне кажется, не сесть еще написать подробно, потому что еще вдохновение искать бывает, сядешь, ну что-то не идет, и все. А когда вот свободное время, вдохновение, прям можно за час-полтора какую-то информацию донести. Где-то использую, естественно, литературу, где-то, может, методические рекомендации, но стараюсь в основном своими словами все писать. С содержанием блога автор определился легко. Пишет о том, чем на практике занимается каждый день. Признается, одного визита участкового врача родителям часто недостаточно. Не хватает времени ответить на все вопросы. Поэтому своим читателям рассказывает о грудном вскармливании, первом прикорме и обязательности вакцинирования. Кстати, в Челябинске о молодом специалисте узнали еще до блога. Осенью прошлого года главврач поликлиники предложил ему стать первым участковым педиатром, передвигающимся на велосипеде. Однако сейчас блогеру пришлось пересесть за руль машины. На велосипеде, конечно, полезнее, но пациенты долго ждать не могут. Елизавета Смолина, Василий Швачко, СТС Челябинск.